Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза никогда. Михаил Булгаков. Производство Almost Famous Dea Film в содружестве с Hurricane Studio. Фильм Винченцо Рикьюто. В главных ролях Стефания Казини, Джузеппо Памбиери, Таня Бамбаччи, Майк Чимини, Джанлука Ванукки и Андреа Порти. «Не дыши. Игра на выживание». В фильме также снимались Матео Сильвестри, Стефано Фринги, Антонио Кортезе, Алессандро Сгро и другие. Да, но он не виноват. Согласись со мной. Антонио, ты мог бы и сам почаще ему поручать, иначе он никогда не научится. Слишком рано, он не готов. Ты видел, что случилось в прошлый раз? Мне пришлось все бросить. О, ты всегда так говоришь. Но надо думать о временах, когда нас с тобой не будет. Его нужно научить ремеслу. Может, он и научится, но никогда не станет художником. Он же обалдуй. Ему бы тренироваться каждый день, а он сидит. Знаешь, что я скажу? Он просто ждет, чтобы получить наследство. Да ладно. Он все-таки хороший парень. Всегда помогает нам. Thank you.
Композитор Александр Чимини. Оператор Франческо Колинелли. Авторы сценария Винченцо Риккиутто и Джермано Терриконе. Продюсер Мануэла де Томасо. Режиссер Винченцо Риккиутто. Еще не спят. Вот мать их. Может, пока убьем время? Он в туалете. О, Юрий, ну как, у тебя? Ну, конечно же, все у меня. Парень, у тебя не промах. Похоже, засрет весь толчок. Да ладно, прочистишь. Представляете, что вы тут. Ну, осилишь? Да, да, не переживай, я готов. Когда закончим, я напишу место, там и произведем обмен. Ну, ладно, сколько примерно ждать? А что, у тебя какие-то дела? Просто узнать, я... Юрий классный парень, время пролетит. Иди уже. На секунду не отойти, а? Еще сходить хотите? Думаешь, прокатит? А то. Конечно. О, я думаю, все будет отлично. Не переживай. Не по себе, когда ты организатор. Стефано, это пожилые люди. Они скоро пойдут спать в 9 по расписанию. А сейчас? 9:17. Да ладно, они не роботы. Нифига не убедил. О, да? Это мастерская в глуши. Там ни ворот, ни решеток на окнах. Да это обычная скромность. Или ловушка. А? Неужели сложно довериться хоть раз, а? Это там, где? Поспорим? На полтинник. Ну, идиот, ты кретин. Ну, тогда пойдем мы с Арианной. Нет. Или все, или никто. Ну, все. Уже посерьезнее. Да, да, ты прав, прости. Уже. Да понял. Шоу начинается.
Сигнализация включена. Отключено. Кошмар, все впустую. Ну как так? Посмотри. В этом доме пусто. Нет, Ари, где-то тут есть мастерская. Кто дал наводку? Мы плохо посмотрели. Мы все посмотрели, тут ничего нет. Мой человек все пробил. Старики о ней говорили. Значит, не о ней. Если она есть, то не здесь. Именно. Пошли отсюда. К черту! Мать его! Стой! Что ты делаешь? Просыпайтесь! Живо! Антонио! Что вам нужно? Где мастерская? Антонио, что происходит? Отвечайте, Доля, где она? Прошу, прошу, только не трогайте нас! Мастерская, где она? Не плачь, милая, не паникуй! Где мастерская? Отвечай! Мастерская? Дедуля, я теряю терпение! Нет, нет, никакой мастерской! Не шути со мной, старуха! Моя жена говорит правду. Она просто брешет! Говори! Послушайте, лучше скажите. Ну тут нет, нет мастерской! Это просто наш дом, мы пенсионеры. Вот ты меня бесишь, дедуля! Нет, значит! Нет, я спрашиваю! Сами напросились! Успокойся! Нет! Нет! Не трогайте ее! Хватит! Пустите ее, прошу! Ладно, ладно, я вам покажу. Помогите ей встать, пожалуйста. Идемте.
Вы уверены? В чем? В том, что хотите войти. Давай! Так и знала, что она здесь. Я же говорил, надо было лучше смотреть. Да пошел ты! Это все? Прямо как в бутике Картье. Ты явно не был в бутике Картье. Прости, Роберто, ты был прав, Роберто. Мастерская здесь, Роберто, браво, Роберто. Свяжем их. Идемте. Не могу больше ждать. Скажи, где? Удиви меня. Ты как? Больно? Нет. Так, пустяки. Как вам? По-идиотски. Шевелись уже. Да пошли вы оба. Тут был датчик. Мы попали. Открывайте, старые рохли! Открывайте, живо! Заткнись ты! Ты же знаток! Отопри! Я не волшебница, тут нет замка, мы застряли. Вы меня слышите, болваны? Откройте! Откройте! Не порежься. Ну что, получилось? Почти. Скорее, у меня болят запястья. Почти готово. Ай. Вы меня слышите, Рокли? Открывайте! Откройте! Откройте! Ты что, совсем? Угомонись уже. Они привязаны к стульям, Олух.
Как они должны открыть? Ладно. Но больше меня не трогай! Воля! Замечательно, ты справился. Теперь скорее развяжи меня, у меня так руки затекли. Да. Обсидианом. Да, сейчас. Это вы, инспектор? Я, Антонио. Какие-то проблемы? Нет. Заметил, что рядом припаркована машина. Не знаете, чья? Нет. Может, охотник ставит поблизости ловушки? Они в последнее время часто это делают. Рано или поздно я их всех поймаю. Я и не сомневаюсь. Здравствуйте, Джованна. Добрый вечер. Как вы? Нормально, только, как всегда, проблемы со спиной. А вы сегодня засиделись. Да, включили музыку из старого. Внуки. Вечно они все разбрасывают. Ну ладно. Я поеду дальше. Простите за беспокойство. И не забудьте, пожалуйста, включить сигнализацию перед сном. Не забудем. Доброй ночи, инспектор. Доброй ночи. Понятно. Зато они не позвонят в полицию. Точно. Значит, они умрут в гостиной от старости, а мы тут от голода. Может, они развяжутся? Даже если так, то нам все равно придет конец, гений. Ну как же так? Нас взяли и облапкали за старика! Ребята, лучше успокойтесь. За все, что повредите, придется заплатить. Ясно? Ну надо же, развязались, да? Молодцы! Теперь вытащите нас! Это ведь вы хотели туда пойти. А теперь уже хотите выйти. Пожалуйста, выпустите. Мы вас не тронем. Чем негодовать и умолять, спросите себя. Почему я развязался и теперь спокойно сижу и беседую с вами, а не звоню в полицию? Да ничего, не переживайте. Я не собираюсь никому звонить.
старик! Открывай дверь, или я буду стрелять! Все равно заперто! Думаешь, я боюсь? Стреляй, стреляй, если хочешь. Но бесполезно. Вдруг пуля срикошетит и попадет в кого-то из друзей. Ты выстрелишь и убьешь Ариану. А как же ее котенок? Кто тогда будет кормить малыша Джерри? Он ведь... Умрет, бедняжка. Откуда вы знаете, как меня зовут? И о Джерри? А? За всеми кто-то следит. Уже могли бы понять. Да, я очень много знаю о тебе. И о твоих дружках тоже. Стефана и Роберта. Да? Старик, ты ничего о нас не знаешь. Ты хочешь проверить, Стефана? Может, ты и знаешь наши имена, но это ничего не значит, ясно? Ну что ж. Ты, Стефана, живешь в студии на третьем этаже. Ты потерял отца, а мать сидит в тюрьме за мошенничество. И, ах да... Ты пьешь только водку. А вот родители Роберта... Его терпеть не могут. Он продает наркотики, но безуспешно. Конечно, больше нюхает, чем толкает. Вот и вечно на мели. А, кстати говоря, он занимается грабежами. И оттуда платит за них. А что до нашей Арианы... Вот ты ублюдок! Когда выйду, сразу тебя порву! Не верьте! Это чушь, неправда! Что, ты наркоман? Или грабитель? Заткнись, олух! Клянусь, я убью тебя! Да ладно, не вини во всем меня. Я просто сказал правду. Вы же сами попросили рассказать, что я знаю. А я знаю и то, чего не знаете вы. Например, о Стефана. Ах так. И что ты можешь знать, олух? Помните план ограбления зала игровых автоматов полгода назад? Которые отменили. Вообще-то, наш верный друг Стефана... Сам их ограбил. Один. А в газетах потом написали, что это были румыны. Вы вряд ли знали об этом. И кто тебе такое наплел, м? Он врет. Не видите? Настраивает нас друг против друга. Черт, я что, один это вижу? Разве вы не давали клятву, скрепленную кровью? Все или ничего? Азарт до добра не доводит. Ну что? Вы серьезно? Старик пытается нас поссорить, вот и все. Но зачем ему это? Это же я, ребята, вы что? Вы ему больше верите? Когда я сказал, что ограбление не пройдет, так и было. Я сидел в засаде рядом с местом. Как обычно, за день до ограбления. И пока я там был, я увидел, как двое в форме вышли оттуда и встали по обеим сторонам от входа. А за день до этого их там не было. Может, их только что наняли, я не знаю. Я ведь столько раз тебе помогал. Ты мне должен. Нет, не прошло. Я же... Ничего я не струсил! Нет. Она не должна узнать. Не сболтни ей, ясно? Или убью тебя! Ладно. Да ладно! Достанешь. Ты достанешь. Завтра, в том же месте. Чтоб тебя...
Двое с оружием были снаружи. И, возможно, один внутри. Я почти ничего не мог сделать. Я все равно подождал. Надеялся, что это чьи-то телохранители. Но нет. Они явно дежурили там. Так что... все накрылось. Надежды не было. Ничего бы не получилось. Я уехал. Что еще оставалось? Знаете что? Если не верите, пошли вы к черту! Горький, ты не добавила сахар. А ты забыл, что сказал доктор? Я знаю, что сказал доктор. Кстати, а как там ребята? Хорошо. Приятные, правда? Я решила испечь им торт. Испечь торт? Преступникам? Да. Ну и что? Я все равно испеку. Откуда вообще он знает такое? Не знаю. Так спросите своего приятеля Роберта. Понятия не имею, что он несет! Сейчас не время. Роберто, тебе точно? Нечего рассказать. Да пошел ты, понял? Я ничего не знаю! Открой дверь и выпусти нас, прошу. Обещаю, мы все оставим тут. Мы были неправы, верно? Но мы на мели, без работы. Ты же знаешь, как сейчас тяжело что-то найти. А нам еще сложнее. Ведь у нас нет образования и судимости. Иногда приходится воровать. Не потому, что мы злые или хотим разбогатеть, а чтобы просто выжить.
И мы понимаем, что облажались. Друзья вечно подводят. Друзья? Вы трое? Ха. Друзья преданы друг другу, а вы нет. Мы преданы. Мы выросли вместе, конечно, мы верны. Даже если Стефан оступился, мы его простили. Верно, Роберто? Так ведь? Конечно. Вы его простили? Молодцы. Как трогательно. Вы настоящие друзья, поддерживаете друг друга. Интересно, простит ли Стефана вас обоих? За что их прощать? Знаешь, Стефана, в настоящей дружбе не должно быть секретов. Ты не был предан друзьям. Ты соврал им, но они сделали то же самое. Вы вовсе не настоящие друзья, отнюдь. Настоящие друзья – это другое. Старик, ответь, что я должен простить? Помнишь, когда твоя милая Ариана, которую ты любишь так сильно, уезжала ненадолго, сказала, что к родственникам, решать семейные проблемы. Ариана была не у родителей. Она пропала. Конечно же, я тогда была у родственников. Выпусти нас, ублюдок! Дверь открой! Тихо! Пусть говорит. Не слушай его. А ты замолчи. Как мило. Минуту назад была такая добрая. Хватит смеяться, продолжай! Ладно, ладно, спокойно. Ариана не поехала к родителям, она осталась. Она пропала, потому что была беременна. А зачем исчезать? Когда узнаешь о беременности. Так что она пропала, но только из виду своего любимого Стефана. Зачем? Все просто. К сожалению, отцом был не ты. Нет. Давай угадаем. Это же так легко. Говорят, что друзья должны всем делиться. Он ведь хочет поссорить нас. Она побоялась, что скоро станет виден живот. Поэтому пропала на время. И, конечно, сделала аборт. А когда восстановилась, вернулась к тебе. Как ни в чем не бывало. Переполненная любовью. Кто знает, может, они вместе решили, что беременность нужно прервать. Или Роберто заставил. Может, она хотела сохранить ребенка. Я много чего знаю. Но не это. Я никого не заставлял, ясно? Ну, Стефан. Простишь их, как они простили тебя? Ты тоже проявишь себя как друг? Докажи мне. Мне не нужно ничего доказывать. Все знают, что ты бесплоден. Это правда. Правда! Мы были в Твистере. Праздновали ограбление ломбарда. Eravamo tutti ubriachi.
Quando te ne sei andato, Roberto mi ha offerto della coca. E io, ubriaca com'ero, non ci ho pensato due volte. Poi non so cos'è successo. Ero strafatta. Ricordo solo che Roberto mi ha presa per un braccio e mi ha portata via. Мы были сильно пьяны. Стефана, клянусь, у меня в голове было, что это ты. На следующий день я проснулась и все вспомнила. Я так себя корила. Я понадеялась, что это все, но потом месячные не пришли. Через 10 дней я сделала тест на беременность. Правда? Когда я сказала Роберто, что беременна, он взбесился и стал все крушить. Как здорово. Ты совсем спятил? Он боялся, что ты узнаешь. Что? Когда он успокоился, то сказал, что мне нужно сделать аборт. Он не хотел тебя подставлять. Мы справимся, все будет нормально. Послушай ты меня, наконец! Но после его слов я поняла, что хочу сохранить ребенка. Для меня это важно. У меня ведь никогда ничего не было. Но он разозлился, заставил сказать тебе, что я уезжаю к родственникам. Потом запер в доме за городом. Сделал пару звонков, и на следующий день приехала мерзкая старуха. Меня привязали к постели, и под наблюдением Роберта, который держал меня, бабка сделала мне аборт. Чё ты несёшь, гадина? Всё было не так! Ах ты сволочь, я тебя убью! Перестань! Все было совсем не так! Она сама решила! И какая разница, ребенок не твой! Ты не понимаешь, мне плевать, кто решил сделать аборт. Будь это я пинал бы ее в живот, пока она не потеряла бы выродка! Тогда чего ты от меня хочешь? Ты позарился на мою маму! Какого черта? Какого черта? Не надо было меня бить. Я предупреждал. Роберта, угомонись. Успокойся, ладно? О, Роберто, это же я. Это я. Ладно, я вспылил. Нет, Роберто. Мы же не в первый раз ссоримся. Хочешь все испортить, а? Зачем ты вообще наплела ему такое об аборте? Что это было за звук? Какое это ничтожество? Зачем ты убила? Что? Скажи мне, ты идиот! Да что мне было делать? Он чуть не убил меня. Я спросила, что это за звуки такие? Одного потеряли. Ну вот, какая жалость. Которого? Стефана. Нет. Самый здоровый и самый симпатичный.
Ну что ж, ладно, идем. Ну да, понимаю. Сам виноват, слишком надавил на них. Ну ты как всегда. Откуда я знал, что они друг друга перестреляют? Посмотрим. Держи. Психиатрическая лечебница Санта-Лючия. А вот и он, Стефано. Был самым здоровым. Как же так? Да, очень жалко. Проклятье. Угу. О, еще есть девочка. Она здорова, да? Она идеальна. Роберто потрепан. Значит, можем начать с Роберто, а девочку оставим напоследок. Думаешь? Да. Так и поступим. Давай, теперь попей кофе. Это слишком. Ну, ты же не хочешь уснуть. Если выпью много, будут трястись руки. А если не выпьешь, просто уснешь и все. Давай. Ну ладно. Опять инспектор. Я беспокою, Антонио. Не беспокойте. Джованна? Она в гостиной. Но что-то произошло? Я как раз заканчивал объезд и собирался домой. Но мне кое-что пришло в голову. Не так давно у нас было сообщение о банде воров. В таких же масках, как у вас. С детскими лицами. Да? Вы же не думаете, что мы воры? Правда? Нет. Покажете мне? На всякий случай. Проходите. Конечно. Если не побеспокою. Нет, ну что вы. Прошу, проходите. Это вы, Матео. Проходите. Кофе еще теплый. Садитесь. Нас больше не слышно. У них были такие же. Пожалуйста, еще теплый. Спасибо. Вы упали? Нет, я просто врезалась сослепу в дверь в кухне. Глаза уже совсем не те, как были. Я передам номера машины в участок. Посмотрим, что ответит. Отлично. Нет, нет. Простите, сахар. Пойду принесу.
Вы наверняка их поймаете. Две, да? Да, если можно. Спасибо. Пойду туда. Что это? Антонио, что происходит? Ничего, а что? Что показывает экран, Антонио? Мастерскую. И кто там в ней? Никого. Откройте мастерскую. Вы теряете время, Матео. Откройте. Это всего лишь воры. Они убили моих родителей. Я видел своими глазами. Матео! Мы не выйдем живыми. Слышь, я тут умирать не хочу. Почему пушка Стефана была пуста? Тут лестница ведет вниз.
Слышала? Возьмем сумки. Мы выберемся из этой дыры. Психиатрическая лечебница Санта-Лючия. Ари, шевелись! Не нравится мне здесь, как-то стрёмно. Ищи выход. Отсюда не выбраться. Просто уйдем. Уйдем отсюда. Подожди. Давай лучше уйдем! А это еще что? Арианна, что тут происходит? Не знаю. Ух ты, старый урод! Освободи нас! Как только я выберусь, старикан, я тебя уделаю! Просыпайтесь, мои ребята. А я принесла вам поесть. Докатись ты к черту!
Нехорошо так разговаривать с пожилым человеком. Надо проявлять уважение. Надо убираться отсюда. Нет. О, какая жалость. Давай, не волнуйся. Они ведь уже здесь. Можем сразу приступить. Ешьте. Вам нужны будут силы. Твоя трава, ты и ешь! Как хочешь. Но потом не проси ничего, когда проголодаешься. Как дела, милая? Поешь. Да, давай. Давай. Ну. Давай. Поешь. Что ты с ней сделал, старик? Ответь мне! Он тебя не слышит. Он сейчас в своем мире. Он художник, а на уме у художника всегда только его работа. С тех пор, как это случилось, в общем, он всегда в процессе. Он ведь несколько лет не работал. А потом, когда его выпустили, он снова начал с тем же самым энтузиазмом, который был у него в прошлом. Люди просто живут и причиняют другим боль. Мы такими родились? Или мы такими стали? Никогда не задумывались? Можем заглянуть внутрь себя, заглянуть себе в душу и узнать, кто мы на самом деле. Вот черт! Вы просто больные! Зачем так говорить? Это неправда, мы не больные. Зачем вам это? Ну как зачем? Разве ты не хочешь знать, кто ты на самом деле? Он потратил всю жизнь на это. Вы должны благодарить его. Ведь никогда не знаешь. Но, может, даже среди вас, преступников, найдется кто-то добрый. Хотя я в это не верю. Пока что все умерли, как и эта. Она заглянула в душу и не стерпела то, что увидела. Что ты несешь, долбанутая? У нее случился приступ! У моей бабушки было такое лицо! Наверное, ты не заслуживаешь этой чести. Ты чересчур грубый. Нет! Умоляю, не надо! Нет! Прости меня! Нет! Прости меня! Нет! Прости меня! Нет!
Умоляю, сделай что-нибудь. Ты на самом деле хороший человек. Но он ведь это и будет делать. Освобождать вас. Если в результате в вас не окажется зла, вы останетесь живы и освободитесь. Терпение уже скоро. Да пошла ты! Это тебе же во благо. Хорошо. Скоро мы закончим и займемся исключительно тобой. Хочешь спать ночью, милая? Да ладно, подойди, ты мне нужна.
красиво. Идеально. Ты так здорово справился. Твои друзья нам так подходят. Спасибо, мама. Зачем ты всегда отключаешь мобильный? А, да, бывает. Прости меня. А почему тут столько крови? Поранился? Не переживай, это не моя... Джованна, помоги мне. Привет, пап. Видел, потеряли одного. Наверняка из-за тебя. Да, верно. Придется избавиться от трупа инспектора. А, да, так грустно. Он был хорошим человеком. Наконец-то мы встретились. Это я дал Роберто наводку на эту работу. Пап, эту сделаю я. Даже не думай. Да ладно. Поступим так. Если этот выживет, поможешь мне с девушкой, ладно? Помогу? Как же я покажу, что готов, если ты ничего не даешь? Господи, дай мне работать. Ничего личного, видишь? Отец хороший человек. Но из-за вас, преступников, ему пришлось провести 20 лет в аду. Наверное, месть тут логична. И мама тоже добрая. Всегда говорит о душе, о том, чтобы заглянуть в себя. Но он хочет только заставить вас страдать как можно больше, как страдал он. Но хотя бы за 20 лет, что он провел в больнице, он встретил там маму. И я, как приемный сын, ему помогаю. Мне очень нравится. Я хожу в злачные, неприглядные заведения, знакомлюсь с последними отморозками, такими, как вы, которых, если что, никто не будет искать. Все с красивыми личиками меня принимают за урода. С Роберто подружиться было легко, он такой тупой. Я следил за вами, заполнял досье, передвижение, расписание, отношения, слабые точки, чтобы узнать вас. На Стефана ушло время. Но невинных людей нет. А с тобой, Роберто, было легко. Убил сразу двух зайцев одним ударом. Чем больше узнаешь человека, тем легче его подставить. Разделяй и властвуй. Знаешь, что это значит? Нет, а? Но не важно. Я доставил вас и очень угодил отцу. Ему так нравится смотреть, как вы мучаетесь. Хотя у вас, похоже, в итоге страсти чересчур накалились, да? Бедный Стефано. Джулио, иди, он почти готов. Это момент самый деликатный. Одно неверное движение в зрительном канале, и мы его потеряем. Нужна высокая точность, деликатность и твердость. Готово. Браво. Подожди, надо проверить ему пульс. Но... Mm-hmm.
Зачем контролировать? Тш-ш. Посмотрим, выживет или нет. Но он жив, можно праздновать. Как раз, кстати, сейчас будет кусочек торта. Ладно. И заодно сварю кофе. Она сокровище. Если он выживет, я займусь ей, верно? Опять ноешь. Я же сказал, если он выживет, ты поможешь мне с девушкой, а? Ну ладно. Я тебе кое-что покажу. Видишь? С ней нужно гораздо осторожнее. Кожа очень тонкая. Надо очень внимательно, как я тебя учил. Не переживай, я и так все знаю. Тебя послушать все просто. Ты легкомысленный, поэтому ты еще не готов. Тут нужна точность, деликатность и твердость. Что это тут? А, нет, мне показалось. Ресница застряла под глазом. Ты убила его, гадина! Куда это ты? Лежи, лежи! Вот так. Лежи ты смирно!
виноват. Теперь твоя очередь. Ты как, готов? Все получится. Ты уж постарайся, ради папы. Не дыши. Игра на выживание. Режиссер Винченцо Рикьютто. Авторы сценария Винченцо Рикьютто и Джермано Терриконе. Surprise, you will be welcome.